have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и это Doom. Мы только что вставили флешечку, загрузили Вегу, и Вега нам сейчас будет помогать. Также, что я начитал, что я насмотрел. Значит, вы помните... О, здравствуйте, привет. Не попал, неудачник. Вот эти... Дракодемоны, по-моему, из таких больших монстров самые неудачливые, потому что они просто сливаются. Это не перезарядка, блин. Я немножечко поиграл в другие игры, и все. У меня R вернулось, все вернулось. На ракеты я не тратил, кстати. О, спасибо. Не то, блин, все позабывал нафиг. Так, секреты я тут взял, но мне осталось только туда. Помните, мы с вами встречали предателя где-то в начале игры? Это, в общем, он... ну, демоны манипулировали им через его сына. А вот эта вот огромная демоняка, это и есть его сын. То есть это душа его сына, заточенная в этом зверском говне, которая сейчас отправилась на землю. И нам, по сути, надо бы его... Здравствуйте, остановить. О! Я вижу, что мы будем просирать в следующий раз. А чё такая музыка? Чё случилось? Ой, ёппарас, это я вижу, что случилось. Я очень, блин, хорошо вижу, что случилось. Вот что случилось. До свидания. Не то. Да... Не то, вот это, да. Так. Валим, валим, валим. Я в чувака врезался. Немножко подрастерялся. Что происходит вообще сейчас? Ребят, погодите, погодите. Не толпитесь. Да не прыгай ты на меня. Отсюда. А, в чувака можно... Блин! Заканчивается игра. Я только понял, что в них можно врезаться и наносить им урон. Круто, да? Так. Уйди. И маневр уклоней. Ох, блин, красиво. Одной греной два хедшота. Ты сегодня лопнешь, нет? Фух. Здравствуйте. А, так, я только что чуть R не нажал, я думал, перезарядка. Вот для чего было БФГ. Окей, это я понял. И, блин, как хорошо, что я его не потратил зря. Я сейчас просто был готов в это... О, checkpoint reached. Чё у нас тут секретиков не предвидится? Значит, нам сюда, там все секретики. Я в пушках запутался, потому что вперед-назад это одни оружия, а... А, это кнопки, я понял. Чё? Да скорее зарядись. О, броньку собрали. Хорошо, значит, почитать. Это было не почитать, это было просто посмотреть. Ну, там было почитать немножко, но не так много, как я думал.
Патрончики дали, тоже хорошо. Так, ну все, признавайтесь, где секреты? Здесь секреты. Понял вас, вон он. Первая это была книжечка. Книжечки у нас почему-то тоже обозначаются как секретки. Стой, а как я туда залезу-то? Вы чё? А, ну нормально. Так и за... А, вот, собственно, эти... это игрушка дрона, это не игрушка Хан-созидательница. Канмейкер. Вообще-то, мейкер здесь не в смысле делатель чего-то или кого-то или где-то, а в другом смысле. Ну ладно. Так. У нас есть две кнопки. Куда они ведут? И куда нам надо? Нам надо туда. Зачем мне сюда? Нет! Не-не-не-не! Да, зацепись! Вы видели? Я, по крайней мере, понял, куда нам надо. Все, я теперь... Здрасте. А что я тут делаю? Да иди ты нафиг, чувак! Хорош бесноваться. А что я здесь делаю? Мне вообще в другую сторону, вроде как. Хорош мне на уши наседать. Хотите сказать, что это был не хедшот? Все, я вас понял. Вот это меч. Голова с плеч, блин. Так. Что-то появилось. Что-то большое появилось. Все, понял. Понял, блин, говорю. Ты не офигел там? Фу. Мимо, 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 много мимо. Давай. ТТ-шечку. Ты, блин, колбасы недорезанный кусок.
Я что-то открыл. Да уйди ты отсюда. Фух. Что это было? Куда я пришел и что я открыл? И что я здесь вообще делаю? Я, кстати, никого так и не разрезал, да? Я молодец. У меня было 3 этих, но... Разрезать это не наш путь, правильно? Я что-то открыл. Так, во-первых, аптечку. Там патрончики на дропаж. Портал, я думаю, закольцованный, поэтому я в него идти не буду. Что это вообще? Зачем мне сюда? Неужели я правильно все-таки иду? То есть мне нужно было в одну из двух сторон? Now the demons may pass through the void as never before. You have brought her people and this holy place eternal damnation. But it was arrogant to bring the dormant icon here. Her hubris has shattered paradise. Икона зла вот это вот, ну то есть вот этот демон огромезнейший. Кстати, меч я подобрал, хорошо. Секретов я здесь не вижу. Вон. Стоп, тут есть One Up. Где-то там есть, да, я понял. Назад надо, я понял, где это находится. Нам дальше туда, но мы пропустили вот эту вот арену, я так понимаю. Там я пропустил меч, тут я пропустил One Up. Печально. Я все равно дофига пропускаю. Ну, здесь, ну, нужно сказать, что карта очень круто устроена. Все-таки портал не закольцованный, да? Нет, закольцованный. А как мне туда попасть-то? Это нужно здесь как-то наверх. Да? Да. Я вас понял. А как мне туда наверх? Нет, не так. Я бы хотел на секундочку подумать, как это делается, потому что от жизни я бы не отказался. Или... Или я ее уже пропустил? Просто не надо было сюда спрыгивать, да? Угу, все, я понял. Я ее уже пропустил. Просто вовремя не посмотрел на карту и все. Потому что я как раз сверху сюда спрыгнул, туда я уже никак не попаду. Две жизни я уже пропустил, ну, и один меч пропустил. Ну, на самом деле, я тут пропустил уже просто дофигелиард всего, но это так, на секундочку. Окей, сейчас мы допрыгиваем вот сюда, и там будет секретик. Все, я понял. А как я должен был? Не подскажете? Тут постоянно патрошки появляются. И все! И все, блин! А как я должен допрыгнуть, вы мне не подскажете? Так, раз, 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 раз. И все, ну, а... Черт, погодите, ребят. Ребят, есть вариант... Каждый раз эти патроны дают. Офигеваю. Есть вариант вообще, в принципе, туда не соваться. А я так не могу с этой стороны, да? Я сейчас потрачу все жизни. Мне ж как бы нефиг делать.
А я туда все равно не долечу. Тогда в чем фишка сюда, если я сразу за это цепляюсь? Но я не долетаю до туда, что за фигня? У меня уже 80 хп осталось. А я и так-то особо не долетаю. Но, ребят, это не смешно. А что вы предлагаете? Ну, то есть мне это по идее туда, это понятно. Вот смотрите, вот карта. Вот этот вход, куда мне надо. Это офигеть как сложно. Я и сюда-то по-хорошему. Ну вот, ну... А, я ж потрачу хп ап. One up, да. Да, за... Я сейчас тупо не зацепился. Это было круто, да. Аптечки тут случайно не восстанавливаются, не? Ну, ребят, на мой взгляд, это уже глупо, потому что да, тут только потрошки восстанавливаются. А, не, есть аптечка. Окей, хорошо, это мне дает хоть какие-то шансы на то, чтобы это пройти, уж не знаю. Давайте я туда долечу, и мы с вами вернемся. Я здесь. Не спрашивайте, как. Короче, вот эти штуки абсолютно бесполезны, от них... не долетаешь, и я, короче, вот там он нажал на кнопку, и с того портала прямо залетел сюда, с там, с 344 попытки, уж не знаю какой, и потратил одну экстра жизнь, как вот вы можете видеть. Вот это, чё, вот именно вот это место сделано просто отвратительнейше, я не знаю, кто это проектировал, блин, посадите его на кол, пожалуйста. Нет, я не против хорошего паркура, когда он грамотный и продуманный, вот это говнище, я не знаю, как можно было сделать. При этом очень странно это видеть в такой круто продуманной игре. Ну, в общем, я не знаю. Это все очень непонятно, почему так. Я уже пробовал прыгать и на ту основную... По... Идея была такая, прыгнуть на основную башню и по двум маленьким гробикам... О, здравствуйте. Так, я ТП-шку-то восстановлю. Фу! По тем двум маленьким гробикам перепрыгнуть. А, я уже туда не попадаю. Вот, но он не долетает никуда, ни в падении, ни в перепадении, никуда, блин, вот просто никак. Это было сделано сейчас просто, ну я не знаю. Отвратительнейше. Я по-другому никак не могу сказать, к сожалению. Где этот секрет, фигов? Он где-то снаружи. Как я его найду? Вон он, снаружи я его вижу, да. Как я снаружи попаду? Ну, как-то, наверное, попаду когда-то. Не знаю, мне уже... Пофиг, я сейчас на этом столько нервов потерял. А, кстати, вот же я сюда и попаду сейчас, да? О, неплохо. Че, пинки, не пинки? Фух. Чё, сейчас очередное? Угу, спасибо. Очередное прыговно. Ну я просто... А куда? Серьезно? А как? Я, по-моему, понял, что произошло. Мне, в принципе, нужно было в обе эти стороны, поэтому мне предлагали и туда, и сюда.
Так или так? Да, вот эти два прыжка. То есть я могу, по идее, опять туда прыгнуть и забрать там... Что там было? Дополнительную жизнь забрать. Я что там забрал? Не знаю, пойти мне туда. Я одну как раз жизнь... Не-не-не, я не хочу это второй раз перепрыгивать. Нет, я как раз там эту жизнь не оставлю. Идите вы нафиг. Ну вот здесь же я нормально долетаю. Это ж просто тотем, я надеюсь, да? Я не буду с вами сражаться, пока тотем не найду. Вот он. Теперь можно и поговорить. Так, на, чувак, все, задолбал просто. Уйди! Я не успел, у меня же... О, заспамят, сейчас заспамят, валить надо. Чтоб тебя... Жизни, быстро! Блин, все-таки убьют. Нафига ты на это переключился? Спасибо. Колбаса принесла мне жизни. О, ты вовремя. Прям доставка жизни на дом. Не-не... Нету бензина, черт, это плохо. О, хорошо, бомбануло. Теперь послушай меня. Now listen here, little shit. Оу, я не это хотел сказать. Чуть не склеился. Иди сюда, поговори. Блин, надо было его рас... На. Надо было его поджечь перед тем, как распиливать. О, бензинчик, спасибо, вовремя. Фух. Жестенько, жестенько. Ничего не скажешь, прям чуть не утоптали. Было бы обидно. Вот если вы мне сейчас начнете говорить, что тут нет секреток, я вам не поверю. Это просто место? Да, это, черт побери, просто место. Секретка там дальше. Ладно. Ух. Нам сюда. Не знаю, ребят, мы, кстати, с вами, типа, заканчиваем играть в Doom, но заканчиваем мы уже... Сколько? Серии 3, 4? Как... Мы находимся в этой крепости. Да, ты сюда уже. Мне оно не надо, но отдай все равно сюда. Это и была твоя секретка? А в чем она такая несекретная? Так, 7. 7. А, арсенал. Давайте посмотрим, что мы еще можем... качнуть из того, что у нас еще не прокачано.
6, 3. Полностью автоматический дробаш. Да, ну не знаю, это как-то бесполезно. Эти... Давайте, какая разница. Снайперку прокачаем. Энергетический щит прокачаем. Мне как бы, ребят, фишка-то в чем, что мне тратить это уже не на что. У меня есть даже одна монета мастера, давайте ее тоже вкину в эту же самую снайперку. Не знаю, когда мне оно понадобится. Ну давайте. Вообще, что оно дает? Хедшоты будут давать взрыв. Ну окей, я этой винтовкой-то не особо пользуюсь, потому что мне эти боеприпасы нужны больше для пулемета. Ну, в принципе, ладно. Вот эта сторона была адекватная. Ну да, тут было жестко, согласен, не без этого. Но, по крайней мере, тебе сказали, вот тебе пушка, вот, на, иди убивай. А там вот эти прыжки, недопрыжки, непонятно какие отрыжки и всякое такое. Ну, не знаю, мне не понравилось. Давайте третью флешку ставим. Ну, активируем третий портал и уже пойдем на землю, что ли. Нет, так-то я, в принципе, понимаю, что мы долго доигрываем по одной простой причине, что у нас... У Земли не так много времени осталось. У нас серии довольно небольшие, к сожалению, но... Все-таки мы типа попали в этот в смертельный мир, в ад. Вот этот Урдак, он здесь считается чем-то вроде рая. То есть в аду побывали, в раю побывали. Опача. Тут еще Махалова-Мочилова будет, нет? Мне вообще куда? Туда. Тут секретики. Давайте на карту глянем. БФГшку я взял и ее же использовал. Вон там есть ХП-ап. Попробуем его сейчас забрать. С одной жизнью ходить неуютно, честно говоря. С одной жизнью ходить неуютно. Ладно, вот в этом случае микроракеты реально пригодились. Я отсюда... Стоп, а куда я могу попасть? Серьезно? То есть мне, по идее, туда, но я могу еще сходить на улицу. Че, какое-то жидкое говно, из которого я не выберусь. Я не... В жидкое говно я идти не хочу. Фу, что за мозги? Ох ты ж, ё, какое ты отвратительное. Тут какая-то ктулха лежит. Или это и есть кан-мать вот это вот, так ее через тать. Ладно, хпшку взяли. По идее, это все сейчас откроется. Наверное. Ну, то, там же не зря кнопка есть с той стороны. Мне там что-то нужно активировать. Давайте попробуем. Хорошо. Взяли хпшку, это неплохо. Брончик. А как мне туда попасть, не подскажете? Или до этого тоже нужно еще додуматься, да? Как-то снять вот этот вот лазер. Стоп, опять загадки загадочные, да? Или что? Вот почему я не могу сейчас...
На это нажать я не могу. Все, понял. Не сюда. То есть это еще и правильное место было, да? А я еще плаваю? Да, кстати, я еще плаваю. Но дверь мне недоступна. Но, скорее всего, сейчас будет доступна эта кнопка, да, на которую я смогу нажать. Да. Это просто лифт. The Godmaker is near. She cannot let you leave this place alive. She is invulnerable when she has the orb within her chest. Once removed, her defenses will be down. Ёшки матрёшки, вот это сейчас будет рубилово. Made other sacrifice in the name of our prosperity. So that they may in turn find redemption. А чё, босс файт будет сейчас? Who are you, a human? Once a mortal to defy our traditions. Ты не психуй главное, ладно? Ой, блин, крылья, ой, блин, ангел прямо, а? Так, значит, давайте я почитаю сейчас, секунду. Они такие говорят, мол, да хорош! Хорош меня сжечь. Итак. Да ну не знаю, что-то это не работает. С ней щит... Куда я улетел-то? Не, мне предлагают и ракеты, и плазму, и всякое такое. Я что-то никакого эффекта не вижу. С того, что я делаю... Так, один раз по морде дали. Окей, значит, плазма работает. Блин, она только разозлилась с этого. Плазма сдохла. Я не нашел... Ой, БФГшка есть, здравствуйте. Где у меня... А, вот, на пятерке, на шестерке. Это... Я просто так... Ну, это моя традиция, просто так БФГшку расфигачить. С ней щит сбивать надо. Вон... Ее пять раз надо ударить! Вы... Да, блин, ёпарасы ты! Иди отсюда. Есть. О, плазму подкопили. Есть. Не-не-не-не-не-не-не, не надо. Уйди от меня.
короче, ну тебя нафиг. Все, так. Три раза мы ее ударили, шесть раз надо. Надо подходить поближе. Есть, хорошо. У меня ракеты закончились, плазма закончилась. Пулемет есть. Надо патрошек достать. Ох, сколько вас... Блин, они всю землю засрали этим говном каким-то. Жизни вообще нету. Да хорош, блин! У меня ж так хпшки вообще не останется, блин, она меня сейчас убьет. Нормально тогда. Круто. Так. Нет, где эти мелкие? Я понимаю, что я должен с них хпшку фармить. Есть! Наконец-то! Хоть что-то. Неужели я не успел? Блин, убила. Это сейчас печалька. БФГшка пустая. Черт. Есть. Нельзя стоять на одном месте. Так, есть. Последний удар. Я не могу себе позволить сдохнуть сейчас. Ребят, извините, что я такой немногословный, но... На! А там сейчас только что коньки не отбросил. Вы что, издеваетесь нафиг? Две дополнительных жизни слиты. Не, я понимаю, что это крутой, практически последний или предпоследний босс. И все дела. Да, Зерг, давай уже, заткнись. Реально на Зерга похоже. На Гидралиска какого-то. Ну вот, хотела жить вечно, и не получилось. Все, отдай мне эту фиговину. Черт, это было сложно.
Я бы на всякий случай ей бы еще раз из шотгана в голову выстрелил. Блад Панч улучшен, круто. Exploration, кроме одного места, офигеть. Ну ладно. Давайте Enter. Сейчас посмотрим, что там дальше. И, наверное, после... Ну, сейчас будет ролик, не будет, посмотрим. И после этого, наверное, будем потихонечку заканчивать. Компания «Последний грех». Последний, так его, грех. Грех не воспользоваться такой возможностью. Checkpoint reached. Да, однако. Полные жизни, полные патроны, я на земле, все хорошо. Тогда да, ребятушки, давайте на этом мы с вами закончим. Видимо, в следующий раз нам придется сражаться с этим огромнейшим демонякой, хотя уж не знаю, мне нет дополнительных жизней, это печально. Мне на хан повелительницу, созидательницу, это ушло 2 жизни. То есть этого мне придется убивать с первой попытки, если я ничего не найду на уровне. Хотя вон на уровне есть жизнь, ее надо достать любой ценой. Она просто необходима, видимо. Дайте я сейчас просто... Нет, я туда сейчас не пойду. Но я туда обязательно загляну в следующий раз. Ладно, ребят, спасибо, что были с нами. Удачи вам, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.